Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова. Це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном. Романе Григоровичу, я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Навзаєм. На календарі у нас 7 березня. Це для глядачів, які дивляться наш стрім. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати із новини, про яку пише видання «Політіко», і там говориться про те, що Шольц, ймовірно, хоче, аби Київ погодився на переговори з Москвою. І чим швидше, тим краще. І проводять такі журналісти два аргумента. Перший – це небажання Шольца йти ва-банк та передавати Україні далекобійні ракети «Таурус». І другий фактор – це глибоко вкорінений страх Німеччини перед Російською Федерацією. І таким чином Шольц хоче виглядати як канцлер миру. Роман Григорович, чи ось цих аргументів достатньо для того, щоб вважати, що Шольц має собі таку мету? Ну, дело в том, что Шольц точно понимает, что никаких переговоров, пока российские солдаты есть на нашей территории, точно не будет. Ему уже свои же юристы показали, что для нас, для любой нашей делегации, это 111-я статья, даже если она будет разорвана. То есть через Турцию, через Китай, через что угодно. Мы вот здесь постоим, а вот там постоите. Это все равно сдача территорий, и никто на это не пойдет, потому что уже ж не будет Майдана. Просто автоматная очередь и те сдатчики территорий, которые додумаются до этого, уйдут уже в мир иной, будут разговаривать там с Богом, как они сдавали наши территории. А вот это он прекрасно понимает, это уже все прекрасно понимают, включая и наших горе-политиков, которые в свое время пытались сдать нашу территорию в 22-м году. И уже это понимает даже Порошенко, который сдал наши территории Минском-1 и Минском-2 в 14-м и в 15-м году. Он просто отдал несколько миллионов украинцев, несколько миллионов украинцев на растерзание российским войскам. Это Крым и это Донбасс. А миллионы украинцев стали беженцами из-за этого. Десятый год слоняются по миру, потому что Порошенко сдал эти две территории, рассказывая о каких-то мирных и так далее и тому подобное. Уже участвовала Меркель в этом. Мы же все это прекрасно помним. Сладкая парочка Порошенко-Меркель. Вот она как раз, а это немка, это как раз предшественница Шольца. Потому я не думаю, что Шольц хочет пойти по ее стопам. Где сейчас эта Меркель? Она боится на улицу выйти и встретиться с украинцами, которые там живут сейчас в Германии, они ее найдут, там живого места не останется. И она это прекрасно понимает. Та же картина, он, Шольц тоже об этом думает. Участвовать в сдаче территорий украинских, участвовать в движении, в пододвигании нашего военно-политического руководства, в том, чтобы еще с десяток миллионов осталось без места для существования. Ну, он точно на это не пойдет, потому это больше инсинуации, направленные, наверное, все-таки на некоторое давление в информационном потоке, это ИПСО российское, ну а дальше уже оно как-то продуцируется, мультиплицируется и так далее и тому подобное. Шольц повторить историю Меркель точно не захочет, это на 100%, потому все эти в этом смысле инсинуации не имеют места быть. А вот то, что он не передает Таурусы, ну надо, во-первых, надо для себя четко понимать, Таурусы сильно переоценены как серьезное оружие. Оно серьезное оружие, если бы их было там больше 1000 ракет. А нам, если дадут несколько десятков, это максимум. У того же Бундесвера, по-моему, около 1,5 сотен, они же все 1,5 сотни не отдадут. То есть нам ракет надо больше 1000 для того, чтобы они выполнили какую-то серьезную боевую задачу. А Таурусы нужны только для точечного выполнения. Вот Керченский мост. Вот если хотите быстро вынести Керченский мост, вот это Таурус. Даже несколько десятков эту задачу выполнили. Начальник Академії російського генштабу заявив про загрозу масштабної війни у Європі. Він написав статтю, в якій йдеться, що не виключається ескалація в Україні, яка може перерости у масштабну війну в Європі, і зростає рівень втягування Росії у нові воєнні конфлікти. Ми бачимо, що ось його коментарі прозвучали якраз на фоні того, коли Захід намагається всіляко допомогти Україні. Скажіть, будь ласка, ну чи можна говорити про те, що Росія таким чином погрожує Європі війною?
Да, они всегда это делают. То есть последние, что делал Советский Союз? Постоянно угрожал войной. Россия преемственница Советского Союза, она тоже будет угрожать войной во все стороны. В конце концов, если угрожаешь кому-то войной, она к тебе придет. И вот они доугрожались уже, что сотни тысяч россиян от войны уже ушли на тот свет. То есть та же самая картина будет и со всей Россией. Они доугрожаются, что она в конце концов придет. И она уже, кстати, пришла на их территорию в том числе. Мы же видим, как работают наши вооруженные силы Украины, наши спецслужбы на российской территории. И это только начало. Это не конец, это даже не середина, это только начало. А можно так сказать, мы еще-то и не начинали. Это только было разогрев. У нас еще нет того миллиона, полутора-двух миллионов дронов, беспилотников. Тех надводных беспилотников, которые сейчас они производятся, они становятся на крыло, они выполняют задачи, уже ходят по воде, выполняют эти задачи. То есть это мы только начинаем разворачивать маховик войны. Еще мы его точно не начинали. Мы не начинали. То есть всегда, когда на страну, которая не готова, чтобы на нее напали, а так Украина такая и была. Мы 30 лет не были готовы к нападению с внешнего врага. Практически все раздали, распродали, угробили, ничего не купили нового за самолеты. Я вообще молчу, уже миллион раз об этом говорил. Но за 30 лет ни одного самолета не было куплено. Почему? Потому что руководит военно-воздушными силами, которых нет, руководит не летчик. Потому никто их и покупать не будет. И не покупал бы, если бы война не началась, серьезно, и то только на второй год, вот мы сейчас видим, авиация подойдет. А без авиации никаких наступательных действий не будет. Поэтому такое направление видения процесса, вот, оно в конце концов приведет к тому, что наши вооруженные силы, они станут намного крепче, появятся дополнительные средства поражения, мы начнем войну на российской территории. Пока мы ее не начнем, серьезные боевые действия на российской территории, у нас будут большие проблемы на нашей территории. У нас есть все возможные варианты, как до Урала, по крайней мере, наносить удары по российским военным объектам. И это наше, в основном это наше производство. Оно запускается, но когда-то должно запуститься. Мы это видим сейчас, это уже опасно. Ситуация заставляет руководство. Если бы ситуация не заставляла руководство дальше, как воровало, так бы и воровало дальше. Но ситуация заставляет часть финансов вводить в оборот и запускать производство боевой техники. Мы уже видим, как это все происходит. Романе Григоровичу, я от сьогодні спілкувалася з одним із іноземних експертів, і він висловив таку точку зору, що, от, зокрема, на місці, наприклад, там, ну, якби нашого так керівництва, він говорить про те, щоб організував би рейд на Москву, і каже, ну, звісно, що не під прапорами України, а саме там от російський добровольчий корпус, знову ж таки, Легіон Свободи, російська опозиція, і таким чином він вважає, що можна було б переламити ситуацію, так, от, зокрема, перед виборами. Як вважаєте, чи реалістичний такий сценарій, чи ні? Ну, направление на Москву, мы как-то говорили, крайне пуганных идиотов. Они действительно это направление никак не удерживают. Вопрос, что это даст? Я вам скажу, что ничего. Это уничтожит часть наших войск. А не даст ничего. Ну, вот двигался в свое время на Москву Пригожин. Ну, все разбежались кто куда. И зашел бы он в Москву еще дальше. Ну, закопал бы Ленина, наконец-то бы похоронил. Все. И дальше куда вернулся? Вернулся обратно на Ростов, не решает этот вопрос. Вот он просто этот вопрос, такой поход однозначно не решает. У нас есть военные проблемы, которые надо решать. Помимо на линии фронта, проблема с Харьковом. А так вот, если уже куда-то двигаться российским, ну не так будем говорить, национальным освободительным подразделением, созданным из республик Российской Федерации. Это лучше на Белгород. Отодвинуть от Харькова, отодвинуть линию фронта где-то до Белгорода. Не будет ни у кого никаких вопросов, потому что большинство, допустим, у нас этих легионов, это как раз выходцы из России, из национальных республик Российской Федерации. У них есть российские паспорта, и они могут
начать освобождение Якутии и Саха, допустим, с Белгорода, а чего бы нет. Пусть 10 тысяч километров там за 10 лет, может, и пройдут, но начинать надо с чего-то. То есть оптимальный вариант, если эту тему развивать, так это вот в сторону Белгорода. Вот здесь мы можем вопрос решить, почему. Потому что тыл будет у этих легионов, у этих бригад, армий освободительных, будет тыл защищен. Харьков даст возможность прикрыть любое наступательное действие в сторону Белгорода. А в сторону Москвы, ну да, можно пробежать там до Брянска. Ну, допустим, добежать до Брянска, а потом логистика нас же угробит. Это так не делается. Это не сел на машину и куда-то поехал. Общее направление будет понятно, но 500 километров до Москвы, 500 километров до Москвы, растянувшаяся любая вереница, она будет уничтожена. Во-первых, авиацией без проблем, они просто ее, эту колонну разобьют. Авиации. Ну и несколько рек, там небольшие реки, там, конечно, таких рек, как с юга, нет. Это вот, когда Пригожин пошел с юга, это нашел самую худшую дорогу, потому что Ака там пересекает эти все дороги. С запада попроще, со стороны, особенно со стороны Беларуси можно двигаться, как Наполеон в свое время. Но там, тем не менее, там тоже есть несколько рубежей отсечных, которые преодолеть очень сложно. Потому что с точки зрения военной, эта операция, она была бы самоубийственной. А вот лучше посмотреть по поводу Белгорода. Я, насколько я знаю, у меня есть свои источники среди партизан до сих пор. Это может готовиться. То есть, в принципе, россияне почему сейчас очень сильно переживают за Белгород? Туда завели, они прекрасно знают то, о чем я говорю. Они в Белгород сейчас завели Росгвардию, потому что воинских частей нет. Не хватает на линии фронта. Они туда загнали Росгвардию в район Белгорода. Якщо говорити про партизанський рух, відомо про те, що в Московській області партизани знищили релейну шафу біля залізничної станції Головково, про це повідомив рух спротиву АТЕШ, і там говорять, що зазначили, що такою диверсією в Сонячногірському районі було ускладнено використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях. А ще у Казані тим часом горить танкове командне училище. Тобто, наскільки рух партизанський, так, яку роль відіграє у цій війні? Ну, в свое время сам занимался партизанами в 2014-2015 году на Донбассе, дальше передавал их спецслужбам, и ГУРу, и контрразведке, и силам спецоперации, то есть управление было свое. Управление партизанским движением, оно до сих пор работает, я-то уже на пенсии, но тем не менее кое-что еще знаю и вижу по тем действиям, которые происходят на территории России, просто по механизму этих действий. Это конкретное партизанское движение, которое разворачивается сейчас по России. Россия большая территория, однозначно, но сейчас из-за того, что информационный поток, он может сжиматься и подаваться в сжатом виде, и можно понимать, что идет такой планомерный выход разворачивания этого партизанского движения, еще раз повторюсь, примерно как это было на Донбассе, пока в 2019 году не выключили полностью эту тему партизанского движения, практически заставив восстановить любые военные действия против российских оккупантов на оккупированном Донбассе. А потому мы все, кстати, поуходили из армии, потому что смысла нечего было делать. Я в 20-м ушел, хлопцы где-то тоже так. И вот та волна, которую сейчас мы видим по России, это вот примерно такая же самая волна, в свое время было и на Донбассе, когда мы ее организовывали. Вот видно, можно определить, вот, допустим, удары по железным дорогам не горят просто так щиты. Ну, то есть их надо обязательно поджечь. То есть не бывает такого, стоял щит, никого не трогал, взял, думал, подумал, давай-ка, наверное, согрей, взял, сам себя спалил. Такого не бывает. А тем более, когда АТЭШ подключается, то есть они подсвечивают определенные действия, значит, у них есть предопределенная информация, подтверждение. И дальше разрешение на поток информации уже в информационное поле. Они же не от себя это все выдают. Значит, выдают это уже дозированную информацию, ту, которая отфильтрована, для того, чтобы можно было ее выкладывать в эфир. Та же самая картина в Татарстане. Что такое Казань? Это Татарстан. Татарстан – это одна из серьезных самодостаточных республик России, которая уже несколько раз думала об отделении. Они могут выйти из этой Российской Федерации, так как у них полностью все, вплоть до президента в свое время, полностью все структуры государственности есть. То есть татары в этом смысле самодостаточные. Естественно, там есть
там есть армия освобождения, которая работает вот по танковому училищу. Ну, понятно, что это танковое училище, легальная военная цель, они ее сожгли. Причем это видно, когда динамика действий, вот до этого, несколько дней назад, ушли шахидами, ушли к Аллаху 6 ингушей из освободительной армии, мы как-то с вами говорили. То есть, и они уничтожили 7, как минимум 7 ФСБшников. То есть было уничтожено, плюс там еще куча раненых. И вот следующие татары, в принципе, те же мусульмане, есть определенная некоторая мусульманская общность, и она будет двигаться, двигаться на восток, мы это сейчас будем видеть. Вот дальше Удмуртия, Бурятия, Саха, Якутия, то есть это весь этот процесс, он будет развиваться. И вот эти точечные, они с одной стороны точечные удары, но сшивается общая картина, кто-то кто понимает, сшивается общая картина партизанского, разворачивания партизанского движения внутри России как раз с исполнением действий этими национальными освободительными армиями. Не просто так в Ингушетии, не просто так в Татарстане, не просто так до этого, помните, свободные буряты в Бурятии. То есть это национальные кластеры, это те республики, которые в себя уже, они себя осознали как национальные определенные государства. Ну а дальше мы просто будем видеть борьбу эту. И эта борьба, она идет на пользу, конечно, нам, потому что нашей борьбе с россиянами на нашей территории, и она в конце концов закончится развалом Российской империи и обретением государственности этих республик. Командувач сухопутних військ України Олександр Павлюк прогнозує цього року перехоплення ініціативи на фронті. Він каже, що Україна стабілізує лінію фронту та почне готуватися до контрударних дій. І говорить, що Україна якраз націлена на всі ці дії. Фахівці Інституту вивчення війни говорять, що з точки зору оперативної доцільності Україна повинна перехопити ініціативу російських загарбників. Однак затримки з надання західної допомоги відкладуть зусилля сил оборони. Романе Григоровичу, від чого тут знову ж таки все залежатиме? Знову ми впираємося так в допомогу наших західних партнерів. Тобто, якщо буде, тоді перехопимо ініціативу, так? Ну, я би на це не рассчитував. В этом году перехват ініціативи вряд ли возможен из-за определенных етапів. Є етапи в проведенні бойових дій. Этап накопления, этап наступления, этап накопления и так далее. Там есть подэтапы, которые в некоторые периоды, ритмы при выполнении боевых действий. Так вот, понимая эти все процессы, это как вздох-выдох, да, то есть вдохнул, выдохнул. Есть, можно задержать, но ненадолго. И здесь та же самая картина. Для того, чтобы нам, допустим, попасть в эти периоды, в эти ритмы, мы должны будем проявить инициативу наступательного плана где-то на апрель-май. Должны были бы, то есть россияне сейчас заканчивают этап наступательных действий зимнего, так называемого, наступления. Ну, видно, они уже где-то месяц с ним еще остался, и они, в принципе, будут переходить в режим обороны. Вот тогда бы нам можно было выполнять наступательные действия. У нас нечем это делать. То есть вот тогда мы могли бы перехватить, то есть апрель-май мы могли бы перехватить эту инициативу и выполнить наступательные действия. Нечем. Нет ни самолетов, нет сил, средств, нет боеприпасов. Мы еле удерживаем фронт. Это все прекрасно понимают. Поэтому я бы не сказал, что мы перехватим инициативу на поле боя. Скорее всего, этот год он будет такой стабилен по линии фронта как таковому. Единственное, что может быть после захода авиации, мы можем перехватить у россиян инициативу нанесения глубинных ударов, дальних ударов. Вот эту инициативу мы можем перехватить. Но это Павлюк к этому отношения абсолютно не имеет и иметь не будет. Это все-таки сухопутные войска. Заниматься, скорее всего, будут авиацией. Даст Бог, и восстановят, наконец, военно-воздушные силы, назначат главнокомандующим летчика с хорошим боевым опытом, и авиация себя покажет во всей красе, тем более та, которая будет заходить F-16 с достаточным количеством вооружений. Дальние удары. Вот здесь мы точно перехватим инициативу. Авиационная компонента, мы видим морскую компоненту, мы уже ее перехватили. Вот по морю, можно сказать,
на 100% мы перехватили инициативу. Дело в том, что мы уничтожили уже треть российского Черноморского флота, а оставшиеся там две трети загнали за плинтус, как тараканов. Просто загнали за плинтус. Они боятся выполнять какие-то задачи. Они даже калибры боятся отстрелить, потому что негде будет задержаться. То есть такая загнанная в целая толпа тараканов, которые боятся вылезти из-под плинтуса. Это уже понятно. И однозначно в этом году дихлофосом таким серьезным, который поубивает этих тараканов, это будут наши беспилотники. Мы уже видим бэки. Это и Магура, и Си-Бэйби. Вот новый сейчас уже Си-Бэйби появился, и Мамай. То есть, ну и авиация дошлифует остатки этих тараканов российских. Это точно будет, то есть это уже есть, можно даже так сказать. И ракетная компонента. Ракетная и компоненты дальних беспилотников. Вот здесь мы точно перехватим инициативу, потому что у россиян, понятно, у россиян Китай, Иран, российская герань, то есть китайский подсолнух 200, который перекрасили в Шахет 136, а потом перекрасили в Герань-2, а это тот же китайский, и все. У россиян практически больше толком ничего нет по беспилотникам, а у нас ну, довольно-таки серьезная сейчас такая организация нескольких стран, которые производят дальние беспилотники. Мы их уже получаем, они уже работают, и мы уже выпускаем эти беспилотники. То есть этот компонент будет нарастать. Вот здесь мы точно перехватим инициативу. То есть можно так сказать, инициатива перехвачена уже морская, и в этом году мы точно перехватим воздушную. А вот наземную инициативу мы, наверное, перехватим все-таки в следующем году. В этом году мы не будем готовы к выполнению наземных операций. Російська ракета в Одесі вибухнула за 500 метрів від Зеленського та прем'єра Греції. Про це пише видання CNN. Голова Європейської ради Шарль Мішель різко розкритикував ось цей удар Російської Федерації. На жаль, Роман Григорович, загинуло 5 людей, ми висловлюємо свої співчуття. У силах оборони сказали про те, що вони не пов'язують удару по Одесі із візитом президента та прем'єр-міністра. До речі, Медведєв каже, що ніякого удару по кортежу не було. Скажіть, будь ласка, чи міг бути ціллю президент? І якщо це так, то як під росіяни могли дізнатися про цей візит? Тому що воно все було ж не таємно. Ну, якщо... Визит идет выезд делегации, ну как она тайно может пройти? Ну завчасно, завчасно, ну, никто не сотни человек все равно знает. Не бывает такого. Сотни человек знают, готовятся в направление, готовятся спецслужбы, готовятся. То есть подготовка к выезду, она не может быть полностью закрыта. Я почему всегда говорю, что ездить первому лицу, носителю функционала куда-то близко к линии фронта или к местам, где он может выходить в местах, где он может быть поражен, это очень опасно не для него, в конце концов, для государства. У него в руках функционал управления государственной машиной, естественно, и еще тем более силовыми органами. Во время войны такие ВЕЖ, это ж не политическое шоу, и с этим надо завязывать, в конце концов. То есть, а вот и однозначно россияне знали о выезде, и это 100%, я больше скажу, если бы не хотели поразить в место кортеж и так далее и тому подобное, это было бы сделано. То есть, ну, понимая механизмы и возможности российского оружия, это было бы сделано. Раз был нанесен удар рядом, специально рядом был нанесен удар. Это значит, был удар, если касательно... Он выполнял, может быть, свою военную задачу, о которой говорит сейчас наше Министерство обороны, вернее, наш Генштаб. Это может быть. Но косвенно он выполнял задачу информационного давления и, ну, естественно, военного давления на премьер-министра, не на президента Украины, на премьер-министра Греции. Он приезжал с определенной миссией, и эта миссия, скорее всего, связана была с вовлечением греческого торгового флота в перевозке наших товаров. Почему они осматривали портовые структуры? Скорее всего, осматривали механизмы портовые, осматривали количество материала, которое надо перевезти. Это все-таки очень большие деньги. Греция является серьезной страной, которая в этом отношении, которая имеет очень большой коммерческий флот. И она бы нам очень сильно помогла, тем более сейчас уже морской трафик практически восстановился
до военного, если можно так сказать, до 22 года уровня, и греческие суда нам бы очень сильно помогли. Поэтому это давление было направлено, если это было так, направлено в основном на Грецию, на премьер-министра, но вызвало обратный эффект. Насколько я это понял, исходя из риторики и как отреагировали другие мировые лидеры, вызвало обратный эффект, принято решение, во-первых, помочь, и помочь не только кораблями, а помочь еще и военным механизмам. У Греции достаточное количество старого советского оборудования, военного оборудования, которое они могут нам передать. Начиная от ПВО, там довольно-таки хороший парк противовоздушных зенитно-ракетных комплексов советских старых, а их перекроют натовцы. Я думаю, этот вопрос сейчас будет решен. Плюс некоторые наземные, ну, то есть оборудование, военная амуниция другого уровня. Романе Георгійовичу, ще б хотіла з вами говорити тему роботи наших спецслужб. Видання Wall Street Journal пише про те, що стали відомі подробиці операції ГУР у Судані. І за їх даними, про підтримку просив правитель країни через повстанців, яких підтримує Вагнер. Перша група прибула до Судану в середині серпня минулого року. Вона складалася переважно з бійців підрозділу Тимура. Вони допомогли в евакуації також цього правителя країни. Пізніше він мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським. І офіцер, який дає ось це інтерв'ю, він очолював також цього року, розповів про великі відмінності між російсько-українською війною та місцевим конфліктом. А також мене навчали там місцевих протистояти, власне, ось всім цим повстанцям. Романе Григоровичу, можете от мені, будь ласка, нашим глядачам пояснити роль і важливість? Ну, тобто, мається на увазі, що в нас є сили, так, які б могли виконувати ось ці операції, зокрема, так, і от на фронті, так, а ми їдемо до Африки. Поясніть, будь ласка. Ну, это, во-первых, небольшое количество людей. Это спецгруппы, это, можно сказать, ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, которые выполняют какие-то операции. Небольшие группы, они профессионалы довольно-таки высокого класса, которые могут работать на большом удалении от площадки, которая ими управляет. Мы видели работу этих групп при эвакуации из, если помните, в Афганистане, когда уходили американцы из Афганистана, так вот тогда было эвакуировано наши украинцы практически все, плюс некоторые еще пожелавшие именно выезжать граждане под прикрытием наших спецслужб. Выполнила ГУР эту задачу. ГУР выполняла задачу эвакуации украинцев из сектора Газа, выполнила эту задачу. Несколько таких еще серьезных операций, они, можно сказать, миротворческие, с одной стороны, то есть задача-то гражданские лица, гражданских лиц прикрыть, но они боевые операции, потому что приходится выполнять задачу уже не исходя из той обстановки, которая там складывается. Но есть боевые, есть в чистом виде боевые задачи, как вот в Судане. Так сложилось, за Судан очень много чего знаю, мои сослуживцы, мои сокурсники, летавшие в основном в Афгане, они в Судан выполняли иногда такие рейды, то есть в Судане приглашали военнослужащих, особенно афганцев, приглашали на выполнение задач именно авиационной поддержки. Летали на Су-25, до сих пор летают, прикрывая некоторые такие экономические направления. Так, там в Судане очень давно эта война идет, она внутригосударственная, внешние определенные силы. Там есть несколько серьезных экономических проектов, которые защищают друг от друга как раз военные силы. И вот подключаются в том числе внешние, то есть есть просьба, если есть просьба правительства Судана, именно так, только так можно заходить и с разрешением, естественно, правительств других республик. Если есть просьба, то это все легальные операции, которые проводят наши спецслужбы. Они точечные, это не то, что там широкоформатная война или еще что-то. Там есть точечные задачи выбить, уничтожить, сопроводить, доставить, забрать, освободить, ну, в таком режиме. Но это точечная операция, потому однозначно наши группы будут работать. Тем более, не всегда это те группы, которые, допустим, выдвигаются из Украины. Это разведка. Они могут иметь группы в сопредельных государствах из граждан этих государств. Но это, еще раз повторюсь, разведка так работает. Рядом, допустим, ну, рядом, не рядом, в нескольких африканских государствах точно есть наши группы,
военной разведки, которые могут активизироваться по определенным задачам. И они активизируются. Не знаю, есть ли в Северной Корее наши группы, но если в ближайшее время у Ким Чен Ира Трамп оторвется, и этот северокорейский пончик уйдет в мир иной, то можно сказать, что и в Северной Корее наши группы есть, а нашего ГУРа. Дякую за роз'яснення. І традиційно три бліц-запитання для вас підготувала. Скажіть, будь ласка, пропозицію щодо заборонень транзиту зерна з Російської Федерації треба ухвалити на рівні Євросоюзу? Однозначно, це має бути прийняття євросоюзівських таких санкцій. Російське, чому тільки зерно? Всі говорять за зерно, а реально треба прекращати любые сношення з Росією економічні в Європі. Перекривати границі Білорусі, перекрывать границы России. Это надо принимать решение финнам, эстонцам, литовцам, латвийцам, полякам, то есть прикрывать по максималу и отсекать движение, во-первых, российской агропродукции, российской стали, металла, руды. Вы знаете, сколько идет металла и руды российской в Европу? Просто неимоверное количество. Самое интересное, наши не покупают. Украинский металл, украинскую сталь, украинскую руду, концентрат не покупают, покупают российскую. Там есть вопросы по серии, но есть такие моменты. Дело в том, что уголь российский, он низкосеристый, а наш уголь, на котором, ну, с помощью которого в основном через кокс сера попадает в металл, он высокосеристый. И вот Европа, она перекрыла такими некоторыми механизмами, не запускает нашу высокосеристую сталь в Европу, хотя толку, ну, вернее, нет смысла перекрывать. Почему? Потому что дальше металл, он же варится и выполняет другие уже задачи, идет как какой-то следующий передел. Так вот, российская за счет этого, они пробили это, пролоббировали эту тему, и именно сталь, раз не так агропродукция сейчас для нас опасно в Европе, как именно вот этот механизм, сталь, руда и концентрат. И надо вопросы эти поднимать, надо специалисты, которые в этом разбираются. Если я летчик разбираюсь, так нужны специалисты, которые непосредственно именно по этим направлениям работают, перекрывать полностью весь поток российской продукции в Европу. И тогда у нас будет намного проще работать с Европой, мы уже не будем тогда грузиться в той же Одессе, не будем перенагружать морские трафики, будем работать с Европой, займем российский сегмент рынка, и тогда решится вопрос, тогда не будут поляки перекрывать некоторые наш трафик уже в Европу, им наоборот не будет хватать некоторых моментов, они будут наоборот просить у нас поставить, но для этого надо перекрыть полностью російський експорт в європейські страни. Урсула фон дер Ляйен висунули кандидатом на посаду голови Єврокомісії на другий термін. Це для нас, ну, гарний, позитивний сигнал. Да, однозначно. Вона однозначно негативно відноситься к росіянам, вона однозначно розуміє конечные этапы нашей борьбы за восстановление независимости. Это хороший ход, и, по крайней мере, надо это поддержать. Усі чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти базову військову підготовку? Однозначно нет. Этого не надо делать ни в коем случае. Почему? Потому что лучше потратить больше усилий на тех, кто генетически расположен выполнять боевые задачи, чем размазывать и собирать тех, которые не предназначены для этого природой. Поверьте, инструктору прекрасно это знаю, учил больше десятка лет, учил летать в том числе и молодежь на истребителях. Причем понимаю процессы эти, сам с 18 лет летал, уже на истребителях выпускался на МиГ-21 в 21 год из училища, потому знаю эти все этапы, а дальше учил еще в районе 15 лет, учил летать на истребителях людей, естественно, понимаю, как это все происходит. До 21 года вообще нет смысла никого трогать, ставить в строй или какие-то операции проводить, кроме учебных. Это вот учиться, да, можно, на летчика, на танкиста, на кого угодно, неважно, в училищах.
военных училищах, но не привлекать к военным действиям. До 21 года человек не готов выполнять боевые задачи. Только с 21 и дальше. То есть вот и только тех, кто прошел профотбор. То есть однозначно всех ставить в строй, всех учить и выполнять боевые задачи нет смысла. Надо запускать хорошие программы рекрутинга, причем с профотбором. Рекрутинг, вот сейчас занимаемся 92-й бригадой, там мои друзья служат, полицейские, кстати, те, которые в Донецке в 2014 году не изменили присяги, то есть 10 лет служат, вот сейчас уже получили офицерские звания, то есть они офицерские звания военные. В 92-й бригаде разворачивается центр рекрутинга, там очень хорошая профкомиссия, там хорошие инструктора. Потому если есть у кого желание, звоните в 92-ю, в пресс-центр и находите этот рекрутинговый центр. Они могут, там так называемые покупатели их называют, они могут в принципе забрать любого рекрута с любой точки Украины. Это если позвоните, дозвонитесь, приедут, заберут, и будете служить в 92-й бригаде. Вот такие центры надо запускать, это профотбор, очень важно. То есть людей, даже те, которые пришли выполнять, хотят выполнять боевую задачу, их надо еще отобрать, потому что не все даже мотивированные могут по своим психофизиологическим или генетическим данным предрасположенности, их нельзя ставить в строй. Есть такие моменты, и здесь лучше заниматься именно профессионалам по отбору, которые могут по определенным тестам даже, ну, правда, тесты долго длятся, по определенным тестам вычислить людей, которые не могут или могут выполнять те или иные боевые задачи. Здесь очень важно. Поэтому однозначно не надо эти вопросы запускать под общие построения всех и вся под ружье. Каждый должен заниматься тем делом, который его Бог определил. Ну, Бог — это, если считать, природа. Я атеист, потому ко всем религиям одинаково отношусь. Если Бог — это природа, то природа, генетика определяет возможность человека выполнять боевые задачи. Романе Григоровичу, щиро дякую за детальний аналіз подій і щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді, як завжди. Друзі, також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання. Ми читаємо, відбираємо і обов'язково задаємо в наших ефірах. Ще раз вам дякую за увагу і зустрінемось вже завтра в ефірі. Роман Григорович, чекаю вас. До свидання.